всем привет! Я сейчас застрял в Германии, потому что не успел оформить автомобиль. Но видео сегодня не об этом. Видео о той поездке, которая была на прошлой неделе. И забегая наперед, я скажу о том, что такой геморройной поездки у меня еще не было. Если бы я знал, что будет так, я бы просто остался дома и никуда бы не поехал. Все началось дня за 4 до того, когда я поехал. Позвонил мне один мой знакомый и говорит, вот хочу машину. Ну так, наверное, где-то после Нового года, просто пока хочу. Я ему рассказал, что делать, куда смотреть, общие тезисы, как выбирать. На следующий день звонит, все, я нашел, вот хочу только эту машину и больше никакой. Я уже сплю и вижу, как я на этой машине еду к теще или еще куда-то. В общем, хочу все. Говорю, так, стоп, подожди, дай мне хотя бы скинь эту машину. Пообщавшись с немцем, я понимаю, что чувак продает автомобиль только для внутреннего рынка Германии. Он не умеет продавать на экспорт. И что самое противное, он не хочет этого делать. При стоимости автомобиля в 48 там, с чем-то тысяч евро, там 8 с мелочью только самого НДСа. То есть, грубо говоря, тело автомобиля 40, почти 1 тысяча евро. И эту сумму можно, за эту сумму можно купить и привезти его в Украину. Как быть в этой ситуации? Да, в принципе, очень просто. Есть у меня знакомый дилер в Германии, который может продать автомобиль на экспорт и при этом выкупив этот автомобиль. Проблема заключается в том, что 1000 евро приблизительно придется ему оставить за такую услугу. Ну, потому что он не может этого сделать бесплатно по законам Германии, потому что ему с этой сделки придется заплатить налог. Но цена в 1000 евро заказчика вообще не смущает, потому что такого автомобиля в Украине просто нет. В такой комплектации, с таким пробегом, в таком состоянии и за такую цену на выходе. То, что у нас есть в районе 65-7 тысяч долларов, это все, ну, такое. Уставшее, разорванное, где-то там притертые, где-то закрашенное, где-то у него есть какие-то всякие косячки, червячки. А здесь же автомобиль обещает быть в отличнейшем состоянии, и к тому же эта машина еще на гарантии до февраля 2021 года. Ну, конечно, тут осталось немного, но тем не менее, все равно машина еще на гарантии. Предварительно договорились, скинули документы, но как выехать? У меня есть знакомые парни в Черновцах, которые, в принципе, гоняют туда-сюда на маршрутках, приезжают в Германию, покупают автомобиль, возвращаются на автомобиле обратно. Ну, окей, я согласился на такую авантюру. Вроде бы все классно, садимся в Черновцах, быстренько приезжаем в Германию, хватаем машину, уезжаем. Все выглядит классно с первого взгляда. Ну и по сути, какая из этого получилась история, давайте посмотрим. Еще раз акцентирую внимание, что это в данном случае история не о выборе самого автомобиля, а именно о поездке. Сейчас еду в сторону маршруточки, и маршруточка 9 часов будет трусить меня в Черновцы. Там гостиница, с утра встреча с людьми и гоу, коченята на старт. Приехал уже в гостиницу, дорога, конечно, сегодня просто караул. Во-первых, маршрутка спринтер из грузовика сделанная, сиденье наваренное, такая рама, и крайне неудобно. Сидишь, ноги до пола не достают. Плюс еще пришлось двух пассажиров высадить возле Житомира, потому что они уже были такие слегка уставшие, если вежливо сказать. Вообще синие, как изолента. Вот пришлось высадить двух пассажиров. Трясучка, дорога. У меня уже такой маргарин в голове. Ну, я имею в виду желе вместо мозгов, потому что очень сильно раструсило. Давно я так не ездил. В общем, в душ, спать, наконец-то, в Черновцах. Завтра стартуем. Всем доброй ночи. Проснувшись с утра, мы узнали о том, что поменялись условия в связи с пандемией. В автобусе, на котором мы ехали, нельзя было ехать больше 3 человек. Нас было 8. И поэтому более опытные пошли на большой пассажирский автобус, где 40 человек. А остальные 3 поехали на автобусе. Но все по тем же правилам, которые ввели буквально за 8 часов до того, как мы заехали, оказывается, с нашими документами на автобусе ехать категорически нельзя. Ну окей, мы-то пацаны битые, пошли на пешеходный переход. Вторая попытка пройти границу, на автобусе только что не впустили, сказали, что нужно ехать на автомобиле с такими контрактами, как у меня. Ну, в общем-то, сейчас попробуем пешком, не знаю, что получится. Все бы хорошо, мы уже проходим. Но поляки не пропускают наш автобус. Но нам пешими там делать особо нечего. Тем более с учетом того, что в автобусе есть заказчики, которых нужно сопроводить дальше. В
Окей, поехали пытать счастье в Венгрию. Остановились в Австрии на заправку. Здесь, конечно, погода, ну, вот в этой местности очень неплохо, но как мы только заехали, очень сильный шквальный ветер, сильный дождь, до такой степени, что мы видели сломанный ветряк. Я, конечно, не успел его снять, но зрелище, конечно, пипец. Лопасть длиной в 55 метров только фу и полетела. Просто караул. А вообще здесь уже прохладно. Ах, пойду какой-то бутер возьму и утренний кофе. Для того, чтобы покушать в Австрии, нужно заполнить специальную анкету. Такую вот анкетку нужно заполнить для того, чтобы покушать. Только после этого дают тебе еду. То есть, если бутерброды и кофе можно на вынос, взять с собой. А вот если берешь супчик, то супчик заполняется анкета, пишешь, кто ты, откуда ты, номер телефона, и только тогда тебя обслуживают и дают супчик. Такая страна Австрия. Опоздали на сутки, но тем не менее доехали. Вот это счастье стоит. Да. Все, как и обещали. В принципе, не буду скрывать, эту машину уже просматривали до меня по кузову. Но тем не менее, все равно, перед тем, как выдавать какую-то резолюцию, я это тоже должен посмотреть. Быстренько посмотрим тест. Так, музыку мы выключим. Ну, состояние салона у нее более чем зачетное. То есть на фотографиях они, конечно, таким не смотрится, как смотрится здесь. Состояние руля, ну, все очень зачетно. Так, пока читается. Панорама здесь есть. Я делаю такой быстрый экскурс, потому что мы реально очень сильно опоздали из-за этих дорог. Ай, чуть не упал. Ну, подтасканности багажника сильно я не вижу. Вот есть слегка перевозки каких-то грузов. Вот легкая царапинка. Салон, конечно, окно в лифт. Да, вопросов по салону у меня нет. New car. Ну да, состояние у него, я сейчас попробую так долезть до. Ну, воздушный фильтр у него немножко не new. Ну а так, в общем-то, чуть-чуть есть паутины. Не турбина, я вмешательств вообще никаких не вижу. Все чудненько, и вот бы на него посмотреть как-то снизу. В общем, тут течей, кроме воды, никаких нету. Днище у нее очень свежее. Потертостей как таковых я не вижу вообще никаких. Болты не вижу, чтобы отнимались, разбирались. Рулевая колонка у нее не стучит. Тяги не стучат. Блин. Вот только бы заглянуть. Еще на заднюю плиту. Отсюда ее не видно. Но турбина, в принципе, не открывалась. На катализаторе у нее еще. О, блин, тяжело. В нагрузочке в раком стоять. Толстенькие. Болты нигде не откручивались. Ты выйди на дорогу прокатись. А где твоя камера? Вот. Так, зеркало правое поднять. Так, окей, есть у меня мысль, я сейчас так паркинг и читаем заново все ошибочки. Я вижу, что здесь снимался мозг, не знаю с какой целью, но он здесь отстегивался, потому что все ошибки здесь по коншине. И одна активная ошибка — это по аккумулятору. Я снимал вот здесь вот аккумулятор, смотрел, он живой. Такое впечатление, что он вообще здесь новый стоит. Я сейчас, кстати, покажу, что здесь положим. Рано взял камеру. То есть даже вот здесь вот особо пыли нет, паутины. Все остальное. Когда выпущен аккумулятор, это вот здесь вот на торце написано. Но я не вижу того, чтобы он разбирался. Я думаю, скорее всего, он еще тот родной стоит. Все, аккумулятор у нее здесь старый. Осмотрел и попробовал все, что можно. Но сумма немногим более 40 тысяч евро просто обязывает меня посмотреть этот автомобиль на яме. Но парадигма в том, что ямы нету, СТО нету, нигде ничего нет, чтобы ее поднять в этом селе. Ни смотровой ямы, ни эстакады. Эстакады вообще тут вымерли в прошлом веке, наверное, еще в конце 80-х годов. Номеров на автомобиль нету, лафета нету. Для того, чтобы скататься в соседнюю деревню, я, в общем, принимаю такое волевое решение, оставляю предоплату, утро вечера мудренее. Ну, а пока смотаюсь во Франкфурт, возьму дилерские номера для того, чтобы приехать и уже хоть как-то передвигаться на этом автомобиле в надежде на то, чтобы заехать в соседнюю деревню и осмотреть автомобиль снизу. Германия, Франкфурт. Уже 7 утра, а во дворе уже, в принципе, никого нету, кроме нас, потому что немцы встают рано, уезжают рано.
Вот. И мы сейчас тоже пойдем в шествие. Договорились о том, что я беру дилерские номера, сажусь в поезд, лечу туда, цепляю их на автомобиль, катаюсь в соседнюю деревню для того, чтобы поднять этот автомобиль на СТО. Меня записали по времени. Поезд выезд у меня через целых полчаса. Везде успеваю. И даже у меня еще остается минут 20 в запасе. Ну так, на всякий случай, вдруг где-то натуплю или еще что-то. Ну, немцы же не пунктуальные люди. Achtung, Zugbetrieb! Halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante und betreten Sie den gekennzeichneten Bereich erst nach Halt des Zuges. Поезд мой опаздывает на 12 минут, поэтому все нормально, здесь я успеваю. А говорят, что у немцев все классно. Ну, в общем, пока начало дня такое. Зная немецкую пунктуальность, я знал, что везде успею. Но тут поезд опоздал не на 5 минут, а на 40 минут, и у меня все пошло под откос. Сбился полностью весь маршрут, но я упертый. Пока у меня на этом поезде полтора часа езды, я занимаюсь поиском резервных СТО для осмотра автомобиля. Хочу сказать, скорость, с которой валит поезд, ну, она довольно-таки впечатлительная, других слов у меня нет. Нам бы так. Из-за того, что один поезд опоздал, то сбилась вся остальная схема. То есть, получается, я должен был на одном поезде приехать, потом на втором, пересесть на автобус и потом еще на один автобус. Но с учетом того, что один поезд опоздал, и он приехал уже тогда, когда мой второй поезд уехал, то сейчас будем строить новый маршрут. Как показала практика, ничего страшного нету в том, что опоздал на автобус. Так, в принципе, и на автобус тоже в Германии. Еду альтернативными маршрутами, то есть я уже сел на другой автобус, мне нужен был 633, я сел на 697, но я, главное, понимаю, как туда ехать. Городишко Хильпульштайн, я думаю, что я правильно его выговорил. Сейчас у меня пересадка на следующий автобус, и уже, надеюсь, где-то через час времени я приеду к месту, где стоит автомобиль. Добрался наконец-то в этот поселок, где живет этот Audi, и сейчас приблизительно еще около километра мне нужно чопать к этому автомобилю. Ну, в общем-то, более 200 уже преодолел, какой-то километр остался. Топаю! Ситуация следующая. Автомобиль посмотреть негде. СТО, на котором я договаривался, из-за того, что поезд опоздал, там уже взяли другую машину в работу. В соседних деревнях все занято. В общем, ситуация практически безвыходная. Тут я, проанализировав ситуацию, принимаю следующее решение. Договорился с дилером-продавцом и с дилером-покупателем о том, что я возьму этот автомобиль, поеду во Франкфурт и мы его осмотрим. И если с ним все хорошо, то мы его возвращать не будем. Окей, ударили по рукам, дилер тот, который покупатель, под мое честное слово, перечислил денег, я прицепил номера и поехал. Торжественный момент выдачи документов на автомобиль состоялся, в общем-то, и самого автомобиля тоже. Теперь предстоит путь. Заезжаю на заправочку, потому что эти товарищи топливо оставили аж на 130 километров. И 10023 километра — это вот на момент, когда я вот сейчас взял этот автомобиль. Так, интересно, один показывает направо, пока второй показывает налево. Я имею в виду навигатор. Очень интересная штука. Для тех, кто не знает, что такое проекционный дисплей, сейчас попробую показать. Вот у меня перед глазами скорость, с которой я еду, скорость разрешенная. Также показываются элементы навигации, куда ехать. 900 метров по той же дороге. Ага, это тут типа дорога. Класс! Показываю, что произошло. Сбоку дороги нет. Я думаю, в эту камеру тоже было видно, что дороги здесь нет. В навигаторе, который родной автомобильный, показывал поворот налево. А мы смотрим налево, а там трава, а дороги нет. Хочу снять поведение автомобиля в пробке. Наверное, сейчас я откручу эту штуку. Благо, автомобиль позволяет не подруливать. То есть, вот я сейчас ноги убрал с педали газа. Мы едем в пробке. Вон рисует пробочку. Внизу тоже зелененьким рисует пробочку. Ноги на всякий случай вот показываю, что я убрал. Рук нет на руле. Машина подруливает сама.
расход при этом 10 литров в пробках, поднимается до 15, ага, понятно, пробок больше не будет, машина начала разгоняться, и, а возможно и будет, сейчас смотрим, наблюдаем. Обратил внимание, что руль я уже не держу больше. Ассистент движения в пробке, возьмите руль. Ага, окей, взял. Только хотел похвастаться, что вот какая классная машина в пробке разрешает не рулить. Ага, хрена. Стремно как-то проезжает вот этот вот грузовичок. Автомобиль дорогу держит очень великолепно, очень замечательно. Ты вот так вот едешь 200 по автобану, и тебя обгоняют, ну, не как стоячего, но тем не менее кто-то едет с более большой скоростью. Очень только что хорошо отработала. Я еду на круизе, скинула до 170, я хотел повернуть, а мне в левый глазик зеркальце моргает. Но, делать нельзя, сзади метется какая-то машина, причем очень-очень быстро. Снова по СТО залет. Ну, не поднять нам этот автомобиль, потому что то, куда мы договорились, там еще висит машина, часа 4 будет висеть, дрыгать лапками, а у нас назначенный термин приблизительно через час. Ну, я рожден во времена Советского Союза, тогда у детей развивалась смекалка. С СТО легкая шляпа, но для того, чтобы заехать именно и проверить автомобиль, мы заедем на Тюфхаус, то есть это место, где проходится техосмотр, и мы посмотрим машину здесь. Окей. Так, ну, в общем, с учетом того, что нам не разрешат снять защиту, сейчас попробую заглянуть так на слабые места. Здесь нормально, нифига не течет. Хорошо. Так, с этой стороны все отлично. Да, вот место, где я переживал, там все нормально. Я, конечно, не уверен, что камера передаст. Лучше на телефон, потому что на камеру нифига не видно. Значит, здесь все ровненько, пыльнички целенькие. По этому хорошо. В серединку сейчас заглянем. Так, это есть. Тут все свеженько. Моменты, где было стрёмно. Так, моментов, где было стрёмно, тут все хорошо. Так, с этой стороны тоже. It's okay. Ну, на днище вообще нигде ни точки ржавчины нету, никаких потеков, а вообще ничего. Так, это хорошо. Так, еще спереди один момент. Так, здесь нормальные датчики положения кузова. Хорошо, даже еще подрамник не ржавый. Ну, в принципе, не мудрено, всего 50 тысяч автомобилю. Все приходится делать в таких слегка условиях. Так, и вот нет, здесь, блин, какой же. Да, там все чисто. Сейчас попробую увеличить. Так, сейчас я сниму маску. В середине Тюхауса надо обязательно находиться в маске для сторонних людей, для того, чтобы я их не заразил. Вопросов у меня по автомобилю нету. Сейчас я попрошу, чтобы его сняли, и поедем уже дальше. Вот поезд на заднем фоне промчался, его практически не слышно. Вот такие вот, ну я не могу сказать, что он полностью бесшумный, этот поезд, но тем не менее. Ладно, суть не в том. Сверка номеров агрегатов проверена. Лейбу того, что оно проверено, уже наклеили. Так, номер кузова я
не показываю, закрываю. Теперь каким-то боком осталось добраться до X5M, забрать ее, и потом уже дорога в сторону любимой страны. Ну, любимая, потому что она для меня родная, я там родился, я там вырос, хотя и какое-то время я жил в других странах, но тем не менее Украину я люблю. Это моя земля, и, как говорят, червячки в яблочках. Кстати, классный анекдот. Отец червяк и сын червяк сидят. Сын спрашивает у отца: отец, а скажи, пожалуйста, бывают ли такие червячки, которые кушают только яблочки? Да, сынок, конечно, бывают такие червячки. Скажи, папа, а есть ли такие червячки, которые кушают, там, живут только в грушках? Да, сыночек, конечно, такие червячки есть. А есть такие червячки, которые едят в своей жизни только там, ну, например, инжир? Да, конечно, есть такие червячки. Папа, скажи тогда, пожалуйста, почему мы сидим в говне и ковыряемся в говне? Ну, извини, сынок, родину не выбирает. Ну, вот, конечно, я не к Украине, но анекдот, контраст это передает. По итогу я проехал на автомобиле, на маршрутке, на микроавтобусе, на автобусе, микроавтобусе, на машине, поезде, втором поезде, автобусе, еще одном автобусе. 10 видов транспорта я поменял. И те, кто говорят, что на машине ехать дорого, так вот, ребят, нифига не дорого. Лучше беседовать на своей машине. Но как минимум это дешевле для своего здоровья, потому что спина болит, жопа болит, в голове маргарин. В общем, видео и без того получилось уже очень длинным. Как вы понимаете, это еще не окончание истории. Те, кто захотят продолжения, напишите об этом в этом комментарии. Я обязательно сниму продолжение. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания «Динавто». Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока.